Всем-всем большой привет! Хочу показать свой заказ по каталогу Avon номер 5. Заказ у меня был средний, кое-что было интересное, это украшение, и я взяла новиночку рюкзачок. Давайте я вам начну чуть-чуть издалека, сначала покажу, что же у меня было в заказе из косметических средств. Подруга очень любит эту пену, белая лилия. Очень нравится ей аромат, берет она постоянно ее. Эта пена шла по распродаже. То есть она ее взяла по распродаже, кажется, 99 рублей она стоила. Но на распродаже мы знаем, что скидки больше нет. Пена зафольгирована, поэтому я аромат этой пены не слышала, ну, не знаю. Но она берет вот все снова и снова. По распродаже прошлась еще у меня и сестренка. Взяла несколько вещей. Это вот такой лимитированный был гель с интересным очень таким дизайном. Очень нежный такой, розовый, красивый. Это увлажняющий гель. На самом деле это аромат тайны. Он тоже идет розовый, но обычно дизайн другой. Вот, сестренка взяла себе такой. Гель шел по 69 рублей. Или 59. Ну, как-то так. Еще гель она взяла вот такой с розой. Бархатная роза и персик. Это освежающий. Вот один из них был 69, другой 59. А я не помню, какой сколько. И еще она взяла два средства. Это маски из серии Naturals. Полезные травы. Первую гель-маску она взяла 40+. Облепиха и толокнянка, гель-маска для лица и шеи. А второй 20+, шиповник и алоэ, маска для лица. Эти маски она брала на подарки, потому что ей самой далеко до этой цифры. Поэтому взяла на подарки. Давайте я вам покажу одну, как она выглядит. Вот. Вторая выглядит так же, только уже такое изображение. Я уже не буду обе открывать. То, что не мое, я так по-быстрому. Ничего не знаю про эти маски, ни разу сама не пользовалась. Но вот у меня одна только из всех моих знакомых девочка берет, ну, женщина берет, которая 50+, эту линейку. Ну, вот сейчас сестра попробовала. Так, тоже подруга прямо очень любит вот этот спрей, бальзам-спрей для волос «Абсолютная сила», Naturals, тут с ароматом абрикоса и маслом шии. Очень приятный аромат, если кто-то не пробовал, а любит аромат абрикоса, очень понравится. Он действительно смягчает волосы, делает их более послушными и легче расчесываемыми. Как всегда. Так, очень хорошая цена была вот на этот спрей для ног. По каталогу он шел, по-моему, 99 рублей. Да, по 99 прям там выделена была, что супер цена. 100 мл. Он идет дезодорирующий с ароматом лаванды. Вот такая помпа. Не знаю уж, как будет распылять. Ну, в общем, вот такой. Ну, лаванда, вообще, я хочу сказать, что для как ароматизатор для ног, как в кремах или вот в спреях, очень хорошо работает. Мне нравится. Такой аромат как раз вот для ног. Дальше. В заказе была водичка. Тоже у подружки она заканчивается. Очень любит. Вообще, эта водичка стала любимицей многих. Ну, чтоб я никак не открою сейчас. Никак не справлюсь с коробочкой. Это... Я пытаюсь вам зубки заговаривать и быстро открыть. До ножа дотянулась, открыл. Ну, вот таким образом. С тыла я ее открыла. Так, вот такая водичка Must Silky Soft Mask. В ней присутствует аромат ванили и звучит очень-очень красиво. Вот такой вот интересный дизайн флакона, очень красивый.
И аромат нежный-нежный, такой сладкий, приятный, теплый, ванили. Вот даже не распыляя, настолько приятно сразу обволакивает теплом ванильным. Вообще, мне кажется, и как для зимы, для весны, для осени это замечательный аромат. На жаркое лето, ну, на мой вкус, нет, слишком сладко. А вот на улицу зимой это вообще просто теплота такая, красота от аромата идет. Дальше. У меня мама заказала две помады из разных серий. Или из одной. Нет, похоже, из одной. Только одна почему-то с окошечком, другая без. Она взяла из ультра серии. Эти помады шли для представителей. По каталогу они шли 249 рублей. Для представителей, если берете более двух, то 40% скидка. Поэтому было выгодно. Она взяла, естественно, две. Давайте посмотрим, какие. Первая вот так называется. По-моему, тропики она называется. Одна будет черешневый шик, вторая тропики. Ну, могу ошибаться, но, в общем, так. Вот такая красивая. Мама живет со мной, сказала, сводчи делать можно. Так что поэтому мы с вами порисуем немножко. Очень красивая. Прямо очень. Так, давайте ее поставим, чтобы было видно. И вторая. Давайте вот так я вам тоже покажу. Может быть, вот это наоборот тропики это. Смотрите, они даже чуть-чуть между собой похожи. А вот это в розовинку уходит, а это в красноту. Но обе интересные. Вот так смотрятся они. Так, давайте вот здесь поставим. По-быстрому, наверное, не получится у меня найти. Хотела я вам ее быстренько, конечно, показать, какие мы выбрали. Но ладно. Я себе взяла пудру. Сейчас я вам ее уже покажу. Так, вот здесь написано новинки, но я думаю, это просто серия, вот то, что новое название в серии. И взяла я себе вот этот оттенок, спелая слива называлась. Давайте посмотрим, как он выглядит. Пришла вот в такой коробочке, я еще не открывала. Вот прямо с почты как влетела, и быстрее снимать, потому что у меня вся почта забита, уже электронная почта забита. Когда же? И вот я показываю. Давайте вот с этой стороны покажу. Так, вон тут и я, и кухня, и все на свете. Ну, на буковки смотрите. И вот такое, ой, какое панорамное классное зеркало. И вот такая вот. Вообще с блесточками. Не знаю, вам видно или нет. Прямо много блесточек. Цвет-то интересный. Эти блестки как-то не передаются особо. Ну, они есть, я их вижу. Но они не ярко выраженные. Прямо где-то. Я специально сейчас переборщила, чтобы вам цвет лучше показать. Сейчас дневное освещение. Я хоть и электрический включила, чтобы посветлее было. Но от окна идет хорошо, светло. Давайте еще разок поближе вот покажу сам цвет. Так, я немножко повращаю, чтобы была видна текстура. Ну, буду пользоваться. Мне кажется, будет интересно. Ну и вот такая вот. Ни разу не пользовалась такими вот к румянам, которые идут к кисти. Ну попробую. Такая оригинальная она. Не совсем уж крошечная. Вот.
впервые беру румяна Вейвен. Несколько раз слышала хорошие отзывы на румяна, и вот мне было интересно попробовать. 329 рублей они шли по каталогу. Может быть, и цвет новинка. Я просто никогда внимания даже не обращала. Мне было вот интересно. Цвет, мне кажется, соответствует с тем, который тут. У меня таких румян еще не было ни разу. И мне хотелось вот такой сливовый немножко оттенок иметь. Дальше. Давайте я вам... А, вот у меня есть тушь. Я вам ее особо показывать не буду. Подруга каждый раз берет вот такую тушь. Блэк, черная она, это у которой белый верх, синий низ, у подружки густые свои ресницы и длинные, и вот, нет, у нее длинные, и она любит делать объемными их еще, вот, очень любит эту тушь. Давайте покажу лаки, была хорошая акция на лаки для ногтей. Я их уже тут открыла все. Сразу покажу. Эти лаки можно было бы купить за 169 первый и за 60 рублей второй. Они шли по нескольким страничкам. И они меня шли по акции еще и «Собирай улыбки». То есть обязательно нужно было два средства взять из лаков, набрать общий заказ на 600 рублей, и вы получили бы одну улыбку. У меня была всего по прошлому каталогу одна улыбка, и у подруги одна. И мы с ней взяли 4 лака, чтобы у нас еще было по улыбке добавлено. Так, сейчас я вам покажу. Два мы с ней взяли вот таких жемчужных. Вот этот. Она себе, я себе. Потом я себе взяла вот этот. Золото, нежное золото. А она себе, вот я не помню, кажется, вот это вот сиреневая вспышка. Да, вот эту сиреневую вспышку. Но, как оказалось, лак не совсем сиреневый, больше. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я вам все покажу. Так, это у нас с ней, который повторился. Сейчас я вам покажу Summer. Это который золото. Это золото, которое я взяла себе. Вот как я вам сказала, нежное золото. Вот так оно выглядит. И на ромашке. Вот оно. Переливается, конечно, очень красиво. На ромашке звучит оно вот не так прямо неоново, не так дискотечно. Тут прямо диско сплошное. А тут так аккуратненько, мелкие блесточки и аккуратно переливается. Мне понравился, очень такой прямо аккуратненький. Так, этот показала. Следующий жемчужный. Вот так вот он выглядит. И вот он на ромашке. Тоже вполне симпатичный. Таких мы взяли два. Подруга себе, я себе. Мне понравился. Так, и третий. Уже вот эта сиреневая вспышка оказалась действительно вспышкой. Это прямо такой яркий, блестящий, насыщенный. Вот такой праздничный прямо цвет. Тоже интересный. На определенные яркие события можно использовать. Уместились? Да, уместились. Вот такие 4 оказались у нас лака. Давайте покажу украшения, которые еще у нас были в заказе. Украшения взяла моя мама и подруга. Все открывать можно и посмотреть. Мама взяла себе кольцо Scarlett.
Оно пришло, ну, как в стандартном вот в таком вот оформлении. И вот само колечко. Вот такое. Вот так как под жемчуг сделано, с жемчужинкой, которая такая вот выпуклая. Давайте я на себе покажу. Правда, у нее кольцо десятка, размерчик. Но я сейчас так придавлю. Вот. Для меня великовато. Поэтому пальчики так торчат. Вот так вот. Ну, большое. Так, это колечко Scarlett. И подруга взяла два набора. Первый название-то. Один Арлет, второй стихия. А вот какой из них Арлет, какой стихия, я уже не помню. Ну, давайте я вам просто покажу эти украшения. Одно украшение шло по каталогу, а второе по стилю. По стилю жизни. Вот так красиво упаковано. Я знаю, что подружка меня смотрит. И вот такая красота. Вот такой красивый-красивый набор. Вот. В общем, идет цепочка с подвеской. Вот запасная подвеска идет. Внизу гвоздики. И вот есть подвеска такая, бантик этим гвоздиком, но цепочка тут идет под золото. Красивый, конечно. И вот оформление очень красивое. Мне нравится. Думаю, и подружке понравится такой набор. Очень красивый. И второй набор. Ну, как я уже сказала, один Арлет, другой стихия. Не вижу так быстро. А вот Арлет. Это была стихия. Вот сейчас я нашла Арлет. Они идут просто вот так вот покрытые. То есть я тут ничего не меняю. Просто открыла. И мы с вами посмотрим. И вот так выглядит Арлет. Тоже идет цепочка со сменными подвесками. И внизу в каждой подвеске идет набор гвоздиков. Красивые. Мне нравится, что жемчужинки двух видов, двух цветов. Красивые, прямо очень красивые. Так, я вот так поставлю, чтобы было видно. Ну и гвоздь программы — это рюкзак. Давайте я вам его покажу в каталоге, как он выглядел. Они шли в двух цветах, черный и белый. Цена была 700 рублей, если, ну, тут определенное требование, надо было купить на определенную сумму, но, естественно, я набрала эту сумму. Скидка только 15% шла на рюкзаки. То есть независимо, хоть у вас общая скидка была бы и 31% набрана, рюкзак шел только со скидкой 15%. Он маленький, вот он у девушки в руках. У него размеры 17×22×10. Он действительно маленький, но у него есть ручка, лямочки. Давайте я вам его покажу поближе, как он выглядит. Сейчас я сводчи быстренько уберу, а то я, бывает, так сводчи нарисую, а потом об вещи могу нечаянно шаркнуть. Рюкзачок белый, вот так вот он выглядит. Так, сейчас мы с вами чуть-чуть отъедем. Достаточно широкий. Такие интересные варианты застежечек. Сзади никаких отделений нет. Регулируемые вот эти вот ручечки.
Первое отделение маленькое. У нас город маленький, я в такое отделение могу и денежку, и документы. Если город большой, где метро, это могут порезать. Конечно, сюда мало что вы положите, оно прямо тоненькое, ну, маленькое отделение. Он еще такой мятенький приехал. А второе отделение большое. Вот я сюда засунула каталог. Каталог только-только прямо входит. И внутри такое одно большое отделение с белой подкладочкой. И здесь без молнии вот такой вот небольшой кармашек. Если мобильный телефон или, может быть, еще что-то, документ, паспорт воткнуть. Вот. В целом мне понравился. Конечно, немножко дешево выглядит вот этот вот кожзам. Но форму он держит. Даже вот если я сейчас закрою, в нем сейчас нет каталога, он с дороги еще мятый. Ну вот выглядит он вот так. Моя рука. Конечно, он маленький. Он маленький. Вот небольшой планшет. В него войдет. Маленький зонтик войдет. И вот размер каталога. Причем каталог уже, вот уголки, там надо их чуть-чуть так поднадавить. Вот. Вот такой вот рюкзачок. Он мне понравился. Получается, он в любом случае не настолько уж и дорогой. Вот так вот он выглядит издалека. Ну, мятый. Надо его будет, конечно, набить, пускай отвисится. Дороже я бы за него денег не дала. Это у него прямо вот его полная цена. Он получается, если 700 рублей, да, по каталогу, около 600 он вышел, вот это 15% скидкой. Ну, 600 это все, выше бы я не дала. В целом я заказом довольна, конечно. Пришел этот рюкзачок, кстати, вот в обычном таком пакетике. Что меня расстроило? Когда в третьем каталоге я делала заказ, мне не положили вот такую брошюрку. Она шла под номером там, что придет позднее. И хотя мне Мариночка, Марина, привет тебе огромный, Света Ваконца ее ник, написала в личку, что Света, есть такая брошюрка, где можно сделать по четвертому каталогу подарки. Но прошло 2 недели, и, конечно, не имея на руках эту брошюрку, я про них совершенно забыла. Вещь-то хорошая в целом, потому что если вы по третьему каталогу заказали от 1600 до 4000 заказ, то вы можете в этом каталоге сделать заказ одного из комплимента за 59 рублей. Но вот согласитесь, такой набор шампунь, бальзам, ополаскиватель, просто бальзам и маска за 59 рублей, да еще и в подарочной упаковке, это шикарно. Тут набор Kea идет и Планета Спа, то есть тоже таких несколько вещей. И третий вариант — это водичка Summer White сиреневая и блеск для губ. Если ваш заказ от 4000 до 8000, то тут уже подороже идут подарки. Ну вот вы видите, какие. Ну а если свыше 8000 заказ, то подарки тоже, соответственно, еще дороже, еще интереснее. Но я могла что-то вот из этих трех, и мне очень-очень грустно, что я осталась без него. Если у меня кто-то из подружек еще захочет сделать заказ, то я, конечно, закажу, а так получается, я пролетела. Теперь моя задача не забыть сделать заказ по этим улыбкам, а то останусь и без них. Вот. В этом еще был заказе распродажа пришла. Я немножко рассеянная, потому что прямо с разбега фокус пришел. И вот, собственно, сам каталог, который мы сейчас полистаем. Каталог буду листать вместе с вами, смотреть впервые, поэтому будем внимательными все, потому что я могу что-то и пропустить. Ну, также пришла вот такая открыточка. Предлагают стать координатором. Ну, это не для меня. Все, спасибо всем за внимание. Надеюсь, такой скомканный мой обзор был все равно интересен.
сожалению, под номером 5 тоже придет позднее. Я и подруга заказывали пробники новых помад. Там будет линейка марк, типа молодежная. И мы брали с ней 2 пробника. Почему-то один вообще пропал из заказа, а второй идет пробник у меня под номером 5. То есть вот хотела тоже новинки помад показать, но не получилось. Так что поэтому будем в следующем уже заказе их ждать. А сейчас все. Всем спасибо за внимание. Не буду долго тянуть. Будем листать каталог сейчас. Всем до новых встреч и всем пока!